Добрый день, меня зовут Владимир Кудаков, я директор департамента логистики компании «Импорт-офис», которая является оптовым поставщиком канцелярских товаров, а также комплексным поставщиком канцелярских товаров «Все для офиса». С компанией «Склад-сервис» мы работаем уже порядка 10 лет. В свое время у нас возник вопрос с проектом постройки нового склада. При строительстве нового склада также необходимо было учитывать, кроме всех строительных работ, еще внутреннее насыщение склада, которое включало в себя стеллажное оборудование и складскую технику. Благодаря сотрудникам компании «Склад-сервис», которые правильно все рассчитали, исходя из внутреннего периметра помещения, рассчитали количество необходимых стеллажей, а также их нагрузку. Дополнительно предложили мезонинную площадь, которая нам очень сильно помогла в будущем. После согласования проекта компания «Склад-сервис» также предоставила очень качественную работу по монтажу данного оборудования на складе, который был произведен вовремя. На этом наше сотрудничество не закончилось. Потому как на протяжении 10 лет мы допитывали мезонин. Также благодаря хорошему спроектированию персонала «Склад-сервис», которые нам подсказывали, как поступать для расширения склада в связи с расширением ассортимента. После чего мы достраивали удаленные складские площадя, склады временного хранения, где компания «Склад-сервис» также предоставляла нам услугу по покупке и монтажу стеллажного оборудования, которое, хотел бы заметить, поставлялось в согласованный срок. Благодаря этому у нас не сбивались свои внутренние графики, и мы не несли никакие потери. Это очень положительный момент, поэтому я очень благодарен компании «Склад-сервис» за то, что качественно обслуживает клиента, своевременно. Это очень большой плюс. Я считаю, уверен, что с компанией «Склад-сервис» можно и нужно сотрудничать, так как они являются очень качественным поставщиком, который еще соблюдает сроки поставки товара и монтажа товара, что немаловажно для заказчика, потому как при несвоевременной или не качественной поставки продукции нарушаются все внутренние планы компании-заказчика, что вредит неполучению прибыли. Также благодарен сотрудникам компании «Склад-сервис», которые откликаются на всевозможные запросы, просьбы, реагируют своевременно, даже в том случае, если мы не закрываем совместно проект, а просто надо получить консультацию. Большое вам спасибо!